Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо огромное, что вы все пришли. Мы даже не ожидали, что вы были. Мы рады видеть каждого из вас. Сегодня мы впервые за всю историю нашей группы выступим в честь такого недавно прижившегося праздника, как Хэллоуин. И мы подготовили для вас шоу, которое называется «305 шоу». Значит, мы не будем никого пугать, мы не будем шуметь страшными монстерскими голосами, мы будем показывать вам заклинания из разных уголков мира и всячески путешествовать с вами в честь этого магического таинственного вечера. Thank you.
Oh,
Thank you.
Спасибо. Друзья, сейчас мы хотим предложить вам прерваться на 10 минут и объяснить, зачем вам выдавали карточки такие на входе. Это наши небольшие такие сюрпризы для каждого из вас. Сейчас наша таинственная суперволшебница будет вручать вам подарки. А второе отделение мы начнем с сюрприза. Здесь в зале присутствует человек Иван Гришин. Пожалуйста, поприветствуйте его. В этом году на день рождения Ваня подарил мне стихи, которые он написал, и он сказал, ну, возможно, что-то получится. И у нас получилось, и сегодня, после этого небольшого перерыва, мы покажем вам то, что вышло. Встретимся через 10 минут. Thank you.
шаманских, безумно красивых и сложных различных инструментов, которые я даже не знаю названия, честно говоря, многих из них. Вот, расскажи, пожалуйста, что это. Это товарищ глюкофон. Это глюкофон. Разных размеров и много. Минорные, мажорные, вот средние. Прошу аплодисменты, Семен Умнов, наш гость сегодня. А мы начинаем второе отделение нашего концерта, в котором прозвучит, как я уже говорила, новая наша песня на стихи Ивана Гришина. Грудь.
поводилась параня, часто по воду ходит. Так как поводилась параня, часто по воду ходит. Ой, ну-ка, 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 часто по воду ходит. Ой, ну-ка, 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 часто по воду ходит. Just.
снова на сцену. Я найду какую-то девочку, ты найдешь какого-то мальчика, не пришлешь ни письмо, ни весточку, просто сдуешь меня, как пух с одуванчика, сдуешь меня, как тот пряный гашиш, то есть встретишь, потом улыбнешься, забудешь, ты все так же, прекрасно, хохочешь, молчишь и не хуже, наверное, любишь. Открыто.
долго не знал, о чем написать.
времени моей жизни, и Валера прочитал мою прозу, спасибо ему, из которой родилась эта песня. Браво дудкам! Антон Захаров, труба. Дмитрий Артемов, кларнет. Сергей Клиенский, все духовые инструменты, которые вы знаете. Закат.
репетировала с нами 2 недели подряд. Каждый день мы... Она совершала небольшой подвиг, а мы ей чуть-чуть совсем это помогали. Создавая теплые.
шоу от шоу. Впервые в этом составе Антон Захаров, труба. Дмитрий Артемов, кларнет. Сергей Клевецкий, духовой инструмент, этнический и кларнет. Максим Мещеряков, рояль и клавиши. Семен Умнов, наш специальный гость на волшебных магических инструментах. Дарья Никунаева, Елизавета Пинейдзе, бэк-вокал. София Искович, перкуссия. Сергей Афанасенко, бас-гитара. Артем Артемов, барабаны. Шуля Балашова, это я. И вместе мы группа ШУ. Спасибо.